26 января – это новый срок, к которому должен завершиться ремонт Новодвинской больницы. Работы идут по программе модернизации первичного звена. Подрядчик значительно выбился из графика, что стало поводом для жестких ультиматумов со стороны регионального Минздрава. По программе модернизации здесь начнут работать новые маммографы и флюорографическое оборудование. Но вопрос – когда? Сроки проведения ремонта в Новодвинской городской больнице затягиваются. Изначально обновление должно было завершиться в ноябре. В принципе, подвижек-то особых там не произошло. То есть там вот недоделки, которые были, они до сих пор еще есть. То есть одно недоделано, второе недоделано. И вот это 95% выполнения объема третьего, второго этажа, которые вот на протяжении 2 месяцев, ну, это тоже как-то не совсем серьезно. Подрядчик с этим соглашается, но аргументирует отставание объективными причинами. Скачки цен весной этого года. Некоторые поставщики попросту замораживали отправку материалов. Тут как бы задержка сроков объективная. То есть вот эти 3 месяца, которые мы простояли, да, мы могли бы это сделать, грубо говоря, 3 месяца назад. И поликлиника бы работала. Но как бы мы тут оказались заложниками ситуации. В ситуации на месте разбирается глава регионального Минздрава. Александр Герштанский отметил, оценка, мягко говоря, неудовлетворительная. И жесткие санкции не заставят себя ждать, если подрядчик не усилит темп и не сдаст объект строго в новый срок – 26 января. Если к тому моменту мы не увидим исполнение всех обязательств по контракту, будем вынуждены прибегнуть к силе законодательства нашего и уже судебным порядком действовать в отношении данной подрядной организации. Подрядчик заверил, что миссия «Успеть к 26 января» выполнима. Уже решено увеличить число работников на объекте. Параллельно Минздрав региона прорабатывает кадровые вопросы, чтобы в отремонтированном здании с комфортными условиями труда работали новые молодые специалисты. В целом в этом году за счет привлечения федеральных средств в Поморье проводится капремонт ряда медучреждений. В их числе, помимо Новодвинской, Холмогорская и Приморская ЦРБ, а также городская больница номер 4 в Архангельске. Артемий Заварзин, регион 29.